Сегодня в Центральном парке Красноярска прошел слет трудовых отрядов Сибирской угольной компании. Многие ребята готовы потратить время каникул на уборку скверов, покраску заборов и высадку цветов. Подробности в репортаже далее. Этим ребятам дождливая погода не испортила праздник. В ярких футболках и кепках дружно идут по площади Центрального парка. У трудовых отрядов СУЭК стартовал рабочий сезон. Каждый год школьники участвуют в благотворительных акциях в озеленении и уборке улиц. Помогают ветеранам в родных городах и поселках. Просто ходим по городу и собираем мусор, который многие люди же выкидывают. Мы делаем этим самым город наш чище и намного красивее. Летом как бы делать все равно нечего. Там маме помог и все. А вот в отряде можно работать. Мы много для поселка делаем. Там строим, там помогаем, клубы белим. Этим летом трудовые отряды взяли более 500 человек. Все работают на шахтерских территориях края. Ребята получают трудовые книжки и заработную плату. Около 9 тысяч рублей в месяц. Мы с СОКом сотрудничаем уже 10 лет по этим вопросам. И очень важно, что о них очень на высоком уровне организована профориентационная также работа. В первую очередь, понятно, они ориентируют на те профессии, которые востребованы сегодня в Сибирской угольной компании. В этом году трудовой сезон юбилейный. Компания организовала акцию «Десятилетию трудовых отрядов. 10 добрых дел». Самых активных бойцов наградили дипломами и подарками. Проект уже признан на государственном уровне. В 2012 году мы получили две национальные премии. Вот, проект признан лучшим социальным проектом России. В честь праздника старшеклассников прокатили на аттракционах, сводили в кино, вручили сладкие подарки. Екатерина Павленко, Александр Мадейченко, «Вести Красноярск».